стоит прозвучит сейчас, связано воспоминание детства Сергея Прокофьева. В доме меняли полы. Грунтовали, красили их, но что-то не рассчитали, и полы стали ссыхаться. Между досками образовались щели, и в этих местах краска купилась. Я с восторгом собирал ее, грузил в две игрушечные вагончики и отвозил в свою комнату. Родители сердились и запретили ковырять полы. И однажды ночью я проснулся и увидел отца со свечкой. Меня грызла совесть. «Папа», — сказал я тоном, которым признаются в убийстве. Вечером я на пол упал под роялем. Отец молчал. «Совсем немного», — отец молчал. «Это ничего», — отец сказал. «Не надо в другой раз». И добавил: «Хочешь, я принесу тебе шоколаду?» Это был самый вкусный шоколад, который я съел в своей жизни. Раскаяние. Исполнение ученицы 4 класса Марии Смирновой.